Всем привет, ребята, с вами Ежаня, здесь со мной Лиса. Привет. Вот, сегодня мы продолжаем нашу игру в Kenna Bridge of Spirits. Отличная, потрясающая, симпатичная игрулька. Вот, давайте продолжим наше прохождение, посмотрим, что здесь да как. Ну, поехали. Так, ну что, на чем мы остановились? Мы ищем брата ребят Тара, и сейчас нам нужно, чтобы продолжить путь, зачистить скверну. Ага, хватает окей. Цветок. Поехали. И будем наводить порядок. Давай сначала домик, да, вот этот? Домик? Здесь вот домик, да, попробуем его зачистить. Давай, конечно. Мощно. Так, плохо. И еще кусочек. О, даже два. А, блин. Ладно, это потом. Обещаешь? Да, конечно. Смотри мне. Так, здесь у нас сундучок. О, это бантик. Бантик. А, это же шляпки. Да, отлично. Новая шляпка. Шляпки для гнилушек. Так. Сверху, подожди, что это? О, ага. Кристаллики. О, отлично, кристаллики. Так, поехали дальше. Здесь вроде ничего, да, больше нет? Да. Подожди, а что, оно само, оно исчезло? Оно исчезло, да, кстати. То есть не обязательно прям все зачищать, да? Обязательно. Ладно, хорошо. Пойдем теперь еще сюда. Смотри, голубой цветочек, может, можно оживить. Сейчас попробуем. Нет? Нет, ничего не дает. Я думала, с ним что-то можно сделать. Вроде же было что-то похожее. Так, отлично. Что у нас тут? Проход. Вроде святилища какого-то. Да, похоже на то. Может, тут гнилушки новые есть, нет? Да, да, да. Вот он. О, я угадала. Наш маленький дружбан. Привет. Отлично. Так, идем дальше. И куда нам? Наверное, сюда, да? Да, по фонарикам. Так, судя по карте, мы идем в ту сторону. Ну, скверну вроде как не надо защищать. Ворот говорить будем? Нет, они сами пойдут. Давай, давай, давай поговорим, конечно. Давай поговорим, что они скажут. Оп. Видела, что она сделала с этим чудищем? Я же говорила, она поможет. Отлично, Кенна. Пойдем дальше. Мы близко. Пойдем, пойдем. Супер, отлично. Идем дальше. Так, что у нас тут? Пещерка. Угу. Да. Судя по звуку, слушай, водопад. Как тут прям ночь. Или это дождь? Это дождь. И здесь прям темно-темно. Ага. Оу. Ух ты. Прикольно. Это как будто дух нас ведет, да, куда-то? Да. О, красиво. Прям реально красиво, слушай. Воу. Ого. Это огромное дерево, да? Ну, что-то мрачное, смотри, много скверны. Сейчас, наверное, будет сражение. Возможно. Так. Ага. Тут надо маску, наверное, использовать, да? Да. Видела все то, что он пережил. Куда же он исчез? Да, кстати, загадка. Что случилось? Что ты увидела, когда надела маску? Таро здесь, но он забыл, кто он. Нужно найти три реликвии, чтобы он вспомнил. Но лес огромный. Где же нам искать? Может, мистер Руссо поможет? Его дом наверху. Отлично. Новая цель. Так, а что у нас тут? Куча сверны, да?
назад будем возвращаться? То есть вот здесь просто такой переулочек небольшой вот здесь. Может, там что-то есть? Давай попробуем. Давай, попробуем вернуться. Может, мы что-то найдем интересное. Ну да. Да потом возвращаться пропуск. О, там, слушай, там что-то светится, смотри. Сейчас, сейчас, подожди. Тоже был дождь, темно, там особо да, ничего нельзя было да. найти. Слушай, вот здесь вот, короче, такой светящийся синий шарик. Что это? Ух ты. Ну, все. Ха-ха. Да, я знал, что тут что-то есть. Отлично. Маленький друг. Засекреченная няшка. Да, ну его трудно заметить на самом деле. Он висел прямо на высоте. Да. Слушай, ну там подожди, еще там еще что-то. Есть. Да, вот что-то еще она здесь. Она прям есть. Мигает. Вот, во-первых, о! Фрукты. Вот, фруктики, отлично. Кушаем, ребята, не стесняемся. Налетай. Да. Ом-ном-ном. Отлично. Покушали, шикарно. Так, что у нас вот здесь? Может, поближе, нет? Подожди. Не получается. А больше нет. Ты ничего сделать не можешь. Не знаю. Не знаю, ничего не вижу пока. Так, давай еще покушаем. Отлично. Нам дали еще отваги, да? Шикарно. Покушали. Сверка. Нет сердца, чтобы уничтожить. Да. Начистить. Тут видишь алтарь этот с ребеночком. Мы такой уже находили, его нужно зачистить. Да, вот где бы найти здесь цветочек, вот это вот вопрос. Ага, что здесь? О! Фрукты. Ого, огромный фрукт. И съел ты, глянь. Для одного малыша. Так, ну здесь еще сундучок. Отлично, нам лишние кристаллы. Да, кристаллики нам явно не помешают. Ну слушай, здесь прям такая нычка, ну, действительно стоило вернуться, то есть... Смотри, вон сверху еще один да. такой голубой кристалл. Кстати, может их надо всех засветить? Сейчас попробуем. Засветился? Нет. Может в правильном порядке, слушай, может ударить как-то. Обычно нет? эти кристаллы находятся там, где вот эти вот круги, короче говоря. А пройди налево. Направо, да? Вот сюда. О, а вот цветочек. И как ей сюда добраться? Нет, помнишь, в него сердцевину нужно... Пошли, пошли вернемся и возьмем сердцевину и принесем ее сюда. Мы можем так сделать? С самого начала? Да, как ты думаешь, получится у нас так? Мне кажется, мы не успеем дойти. А давай попробуем. Расстояние большое. Да, не маленькое, согласен. Но в целом, я думаю, нам хватит. Ну, должно хватить. Так, ну давайте, ребятки, сюда. Так что с тем голубым цветком? Подожди. Мне уже должна была... Нам же надо там скверну поубирать, правильно? Мы этим и займемся сейчас. Так. Скверну убрать это хорошо. Но нужно оживить цветок, чтобы мы не бегали каждый раз сюда-обратно. Так, где он? Тут он же где-то здесь. Сейчас, подожди. Вот. Вот тут, нет? Да-да-да. Вот именно вот здесь. Нет? Не получилось? Не мы что-то не так сделали, да? Нет. Вот эти вот синие кристаллы, по-моему, с них вот этот шарик, типа сердцевинка рождалась. Нет, значит, эту сердцевинку надо где-то найти. Где ее вот найти? Вот это вопрос. Она должна быть, по идее, где-то не очень далеко. Загадка. Загадка. Да, да. Ладно, пойдем. Может, мы ее где-то еще увидим. Идем сюда. Уже есть проход, да? Что у нас тут? Можно поднять. О, нет, это гнилушка. Вот, мы нашли еще одного друга. Отлично. Супер. Думала, нам пригодится это бревно. Нет, не пригодилось, к сожалению. Так, ну идем дальше. Может, где-то здесь есть все-таки этот цветочек? Потому что, ну, он где-то должен быть. Его надо принести, то есть, туда. Однозначно. Либо вот это вот, то, что висит. Непонятно. Найдем, найдем, не переживай. Так. Еще что-то голубенькое, цветочки? Да, 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 цветочки.
Не похоже, необычные фруктики. А, на них вырастают фрукты. Да. Так, отлично. Кушайте, ребятки. Интересно, они становятся толще от этого или нет? Нет, мне кажется, просто таким образом они набираются сил, чтобы можно было уничтожать сквер, ну, не обязательно вот этим потоком. Угу. Так. Отлично, сделали еще доброе дело. Дали нам отваги. Супер. Куда дальше? Так, идем прямо пока. Но мы же, если помнишь, раньше уничтожали скверну и без вот этих цветков. Смотри, голубой фонарик. Да, я вижу. Ну... Мы как-то стреляли по сердцевине. Так. Не сработало. Подожди, что у нас тут? Вот туда. Еще гнилушка? Ой. Нет, это враг. Так, как... Мощный, мощный, мощный. Отлично сработано. Так, о, вот тут еще пацаны. Как там уклоняться? Б, да. Угу. Отлично. Так, ну фонарик остался на месте. Сейчас, подожди. Нет, не сработало. Ну что-то светится, но... Возможно, нам еще рано. Так. Не знаю, в этот раз так не срабатывает. Тут везде вот эти вот камушки голубые. Меня удивляет, ну, что они на вот этих деревьях вот часто встречаются. Это есть. Собрать. О, еще один друг. Ну да, просто его, возможно, охраняли эти враги. Сначала его вытащили враги. Супер, у нас второй уровень. Второй уровень. Может быть, теперь мы что-то сможем сделать, нет? Не знаю, теперь гнилушки могут выполнять больше действий. У нас теперь открылись вот такие вот второй уровень, видишь? Так, при спринте нажмите РТ, чтобы произвести мощную атаку ударом сверху. Ну, либо прочность щита Кена повышена. Хм, тоже неплохо, но это надо 200 отваги. А у нас их нет. Вот. Ну, давай вот это улучшаем. Да. Давай. Отлично. Так, ну, собственно говоря, пока так. Интересно. Где же найти цветок? Вот это самая главная загадка. Самое прикольное, что здесь не один такой фонарик. Фонарики разных цветов. А это фонарик, из которого мы брали гнилушку. Да. Да. Хорошо. Ладно, идем дальше. Посмотрим, что здесь. Так, тут у нас алтарь. Это у нас точка перемещения. Хорошо. Так, как же здесь убрать скверну? Где-то же должен быть же цветок, наверное, чтобы убрать все это дело. Может такое быть? Угу. То есть можно пройти, поплавать. Интересно. Большая такая, большое пространство, трудно, ну точнее легко заблудиться, поэтому надо... Ну, так. Черная локация, и ты не знаешь просто с чего сейчас начать. Да, да, согласен. Но нам главное найти цветок, который может убирать скверну. Самое остальное, остальное, в принципе, сейчас не сильно важно. Так, если мы подойдем сюда на центр, здесь прям вот ничего нет, да? Нет, здесь отравленный воздух. Mm-hmm. Не подходи. Хорошо, идем сюда. Посмотрим, что здесь. Вон там цветочки у нас есть. Ну, это возле водопада фрукты. Да. Здесь ничего. С нами наша банда гнилушек. Угу. Капец, их уже много. Отлично. Так, ну они вроде как покушали, да? Идем дальше. Посмотрим, что здесь. Здесь враги. Враги. Да. Сейчас, подожди. Они... Я думаю, они тебя не отпустят. Материализовались, да? Да. Оп. Ого, попадает. Помнишь, как использовать гнилушек? Да, примерно. Так. Связываем, ребят. Еще немножечко. Давай-ка еще раз. Отлично. Супер.
Так, у нас все получилось. Угу. Так, пойдем сюда или нет? Да, конечно. Или рано еще? Нет, давай, пока подожди. У нас нет выбора. По-моему, немножко рановато еще. Давай зайдем сюда, посмотрим, что здесь. Еще один голубой фонарик. Угу. Так. Ничего не дает. Возможно, мы сможем потом стрелять по ним с помощью чего-то. О, лавка. Погнали. Ага. Тележка со шляпами. Отлично. Веселые шляпки. Так. Это то, что у нас есть, да? Давай купим еще немного шляп. Как тебе такой вариант? Конечно. Горшок. Горшка у нас нет. Разве? Нету. Желтый гриб. Отлично. Пойдет. Клевер. Шикарно. Бантик. Великолепно. Ну, а дальше пока что... А вначале то, что показывали, лисенка нету, да? Какого лисенка? А как маска? Маска. Нет, наверное. Вот у нас оделись все наши шляпы. Супер. Один без шляпки остался. Ничего, а что один? В первом ряду. Прям, а во втором ряду пятеро тебя не смущают? Ну, они еще не доросли. Не тот ранг, я понял. Ну, такие прикольные ребята. Блин, грибы желтые. Очень забавные. Класс. Так, отлично. Супер. Весельчаки такие. Давай откроем бочечку. И пойдем дальше. Так, тут у нас прям много... А что, слева был ящик какой-то? Прям много скверны. Или это просто декорация? А, тут вот, смотри, бочка. Так, вот этот открыть нельзя, да? Угу. Так, ну, здесь как бы тупик пока что. Идем дальше. Угу. Ну, он прям светится. С ним что-то надо сделать. Обязательно надо, но не сейчас. Сейчас пока мы ничего не можем сделать. Надо дерево ударить. Так, идем сюда. Ага. Справа наверх посмотри. Это вижу, кристаллы можно да, собрать. Вижу. Давай попробуем. Отлично. Так, ага, хорошо. Ну, нам еще дверь вот эту надо открыть каким-то образом. Видишь, это засветить как раз вот эти кристаллы. Да, да. Обычно мы становились в круг, и оно как-то срабатывало. А сейчас? По всему... Да, они вокруг. Лесу. И как их засветить, пока непонятно. Хорошо. Непонятно. А, что у нас по карте? Куда нам показывает? Показывает вообще в другую сторону, да? Ага. Хорошо. Ну, тогда пойдем, собственно говоря, туда, куда нам указывает карта. Вот, у нас пока нет выбора, я так понимаю. Не вижу ни цветка, ничего не вижу. Поэтому, ну, если ты не знаешь, куда идти, иди по заданию, правильно? Да, все правильно. Давай, буду ориентироваться потихоньку по карте. Судя по всему, нам сюда. Там, где прыгалки у нас... А, вот и бревно. На бревно по бревну, да. Вот сюда. Собственно говоря, сюда. Малышня сказала, что нам нужно какому-то товарищу, который расскажет, как нам быть дальше, как найти Тара. Да. Да, идем. Как найти те артефакты, которые помогут ему вспомнить, кто он. Так, тут у нас два путя, так сказать. Один вот сюда, в тупик. Давай зайдем. Давай. Тут у нас цветочечки. Супер. Так, покушали ребятки. Подкрепились. Бежим дальше. Еще какие-то ягоды. Да, вот какие-то фиолетовые светящиеся непонятные ягоды. Гора Русу. И с ними тоже ничего пока нельзя сделать. Может, я же говорю, мы, может, потом сможем стрелять чем-то. То есть, пока мы этого сделать не можем. Пока что. Точка перемещения. Так, точка перемещения, да. Отлично. А вот и ребята. Ой, слушай, как красиво. Смотри, ёшкин кот. Здорово. Обалдеть. Город, высеченный в камне. Да. Крем кусочек Властелина колец. Эльфийский город. Так, ладно. Давай. Дом Русу так далеко. Он живет на самой вершине гор.
Угу. Хорошо. Так. Ну что ж, попробуем туда добраться. Сейчас ребятки тут сидят, загорают. Любуются водопадом. Справа тоже, так, кстати, необычный. Так, сюда пойдем? Цветок. А мы туда залезем вообще? На по бревну не сможем зайти? Не знаю. О, вот цветок, кстати. Я же сказала, цветок необычный. Да, да, да. Давай попробуем. Если получится, конечно. Так, выпрыгнуть мы, по сути, не можем. А там, где бревно? Да нет, ты не так просто не вылезешь по-любому. Странно. Да. Ну, летать мы тоже не умеем. И куда же нам пока не умеем. Мало ли что здесь откроется потом. Ты же не знаешь. Не знаю. Так, а здесь тоже никак ты не залезешь. Судя, так куда же нам лучше направиться? Смотри, они за нами плывут. Они за нами плывут, да. Кучкой такой. Один подотстал с бантиком. Смотри. Да, да. Слушай, ну не залезем мы здесь. Ладно, идем, собственно говоря, по заданию. Так, он живет на вершине горы. Как мы туда доберемся? Ну, залезем, наверное. Логично предположить. Так, хорошо. А что здесь? Ну, смотри, фонарики. Ага, здесь... Да, ну, у нас дорога либо через вот этот разрушенный мост, через который мы явно не перепрыгнем. Да. Либо сюда. То есть, ну, других вариантов нет. Ну, пока я точно сейчас не вижу. Сейчас я еще сюда зайду, посмотрю, что может, здесь. Может, скалолазки есть? По камешкам прыгать, нет? Так, ну, здесь просто вода. Да нет, здесь отвесная стена. И никуда ты не залезешь. Ладно, идем. Красиво. Тропа в гору. Ой, смотри! О, там кто-то полез. Это был враг. А может и нет, ты ж не знаешь. Ну, выглядел он как растительный враг, вот этот из древесины. Воу! А кто это? Что, ты еще кого-то видел? Да, только что кто-то с красными глазами такой был. А я не видел. Он как будто исчез, телепортировался. Оу. Мне страшно. Вот, видел? Воу, да, вот, блин. Поскакали поверху. Но почему они теперь начали скрываться? Почему они просто не нападают, как раньше? Это какие-то другие ребята, новые. Ой. Гадость. Да, скверно. О. И снова гадость. А вот тут уже есть хотя бы сердцевина, которую можно уничтожить. Отлично. Без цветка. О. Ой, это бревно, с которого они постоянно появляются, помнишь? Да, я понял тебя. Надо как-то найти синего чувака или что там? Нет, применяем гнилушек и делаем вот так. Оп, уничтожаем. Есть, отлично. Минус одно сердцевина. Так, а где-то и смотри, где есть, может, еще сердца есть. Отлично. То есть так, самое большое, надо... мне кажется, периодически открывается. Слышишь? Это большое? Мне кажется, оно периодически открывается. Не знаю, не вижу пока. Вон сверху сидит. И как, я до него достану, по-твоему? Ну, мое дело предупредить. Да, я понял. Что так, он давай там есть. Вот этого завалим. На. Так, хорошо. Может быть, вот эти голубые надо восстановить. Вот. Да, это хпшечка, короче, если что. Ой, друг, ты откуда взялся? Так, сейчас мы применим нашу секретную тактику связывания. Вот так вот, да. Не ожидал? О. Они мушки красавчики, они помогают вообще шикарно. Да, согласна. Ха-ха. Не-не-не, так просто не будет. Отлично. Минус груд. Еще одно восстановление ХП, голубой цветок. Супер. Так, здесь мы установили кусочек. Так, у нас открылось сердце. Шикарно. И, собственно, его нам и надо уничтожить. А... И взрыв. Отлично. Супер. Класс, мы сделали доброе дело. Так, хорошо. Ответвлений никаких нет, просто идем дальше, правда?
Ну, кажется, нету. Так, ну, вроде как да. Если тут нельзя, там больше что ничего восстановить, там статуйку на место поставить, никаких шариков. Ну, смешариков нету, то можно идти дальше. Ничего не вижу. Просто звук странный. Да просто музыка. Думаешь, типа ловца снов? Воспоминание Таро. Нужно пойти за ним. Ну, как скажешь. Конечно, пойдем. Куча статуй. И тут куча статуй. Восстановить ничего не надо? Ну, ничего не светится. Рисёночка какого-нибудь нет? Ну и ладно. Пойдем. Да, дух нас ведет. Отлично. О. Тут хотя бы есть направление. Так, он вылез из земли. Прыгай. Двойной. Отлично. Идеально. Да. Так, это мы вернемся обратно. Нам туда не надо. Да? Ну да. Вон сюда. Он зажигает фонарик, это гнев. Дает направление. Да? Тут, как правило, главное задание всегда по фонарикам идет. Угу. А сюда что? А мы можем туда залезть? Подожди, тут у нас какое-то ответвление было. Мы его, кажется, прошли, понял? Сейчас. Ты же сказал, что мы так вернемся. Нет, я не туда глянул. Сейчас оно сейчас будет здесь. Ну, я ж по карте тоже ориентируюсь, понял? Вот, что это? Ролик? Я не знаю, что это. Во, смотри. Смотрю. Смотри. Лесная слеза. Символ перерождения. Смерть всегда ведет к новой жизни. Отлично. Андратва. О, а вот, вот, собственно говоря, и вот эта вот слеза. Ну, точнее, вот этот цветок, который возможно, мы заприменили. Возможно, это был первый артефакт, который может восстановить память Таро. Да. Ну, расчищай путь дальше. О, ух да, ты! Тут они как-то посерьезнее стали. Ну, это второго шлевела, они, наверное, поэтому, наверное, вид другой. Не знаю, но расходуются точно так же быстро. Но зато более масштабный урон наносится. Да, возможно, возможно. Так, тут тоже надо применить этих ребят. Хватай слезу. Ой, там, кстати, кристаллики сверху. Угу. Сейчас. Взяли кристаллики. Супер. Идем. Так, что у нас тут? Очищай. Ага. Отлично. Вот бы и там вначале так сделать. Восстановить это все. А музыка какая. Класс. Да, потрясающе. Сам не можем залезть. Идем дальше. Пойдем. Оу, блин, я съехал вниз. Эй, так нечестно. Придется обходить заново. Так, ну если там будет дальше скверно, то придется возвращаться. Ага, то есть туда мы не можем пропрыгнуть, нам надо сюда. Угу. По скалам. Отлично. Угу. Супер. Не зря же малыши говорили, что он живет далеко, высоко, и туда тяжело добраться. Ну да. Так просто не будет. Так. Ну, а мы так высоко уже забрались. Да, нехило. Так, ну нам, наверное, нам прямо сюда, да. Да, на грязь не спрыгивай, иди по камням. Грязь у нас явно скинет вниз. Да, она прям блестит так.
Поэтому двойные прыжки — наше все. Супер. О, новая арка. Так, а что здесь? Цветовочка. Музыка такая бодрящая. Потрусили. Воодушевляет, правда? Да, музыка классная, реально классная. Ну, пойдем, пойдем уже. Она такая живая, вот музыка. Не то, что, знаешь, как будто бы просто сделана, ну, электронная какая-то. А вот она живая, такое ощущение, что... Ну, классно. Это странно. Пойдем дальше. Вау, тут какие-то механизмы, смотри. Да, вон какой-то механизм. Деревья странные, мертвые, там, видимо, скверно. А, да, да, наверное, так и есть. Блин, вот такое интересное замечание, да? Вот везде все зелено, а там, где скверно, там деревья мертвые. Вспомним, мы когда в первый город входили, он же тоже ожил, когда мы все очистили. Да, да. Казалось бы, такая деталь, которую можно было бы и не делать, но люди все равно сделали, понимаешь? Так, ну, мы правильно идем, идем по дороге. Если это можно назвать дорогой, конечно. Ну, дорога так. С препятствиями. Главное не падать вниз. Главное не падать вниз, потому что нас кинет, ну, очень далеко. Ну, там разные уровни, кстати, слушай, есть, мне кажется. Слушай, а как куда дальше? А ты на нее не можешь залезть, да? А нам такое ощущение, что куда-то наверх. Так, подожди. Стоп. Давай а смотреть. Нет? Не сможешь? Нет, ну он плоский, я могу упасть вниз. Ну ладно. Дорога-то куда ведет? Вообще непонятно, слушай. Ну, мы как будто бы не там. Не там, да. Давай обратно вернемся, подожди. Осмотрись еще раз. Ты уверен, что нам как раз по тем уровням на серединку не нужно? Развернись направо, пожалуйста, и посмотри сюда. То есть ты думаешь, что сюда перепрыгнуть? Да ну как-то стрёмно. Видишь, там лазалки тоже есть. Беленькие. Да как-то очень стрёмно. Не, ну нам явно не в ту сторону. Ну может еще и не сюда, я не знаю, я предполагаю только. Но там лазалки есть. Есть, да. Это как будто бы сюда залазит. Это на тот случай, если ты упадешь. Наверное. Так, но ну возможно, вот здесь карта, ну как-то ну, очень непонятно нарисована. Куда ведет эта дорога? Вот она ведет куда-то сюда. Но это разрушенный мост. Нет, ты сейчас под ним. Ага. Тебе на ту сторону. Давай попробуем перепрыгнуть. Ну, я думаю, что мы не перепрыгнем. Вот в чем фишка. Не попробуешь, не узнаешь. Наверняка ты, конечно, упадешь, но... Да ты что? Да? Серьезно? Конечно, я упаду. Так, может, в этом-то и смысл, нет? Да, да, в этом и смысл, конечно. Умереть. Так, ну мы вернулись на то же самое место. Значит, все. Ну, хоть так. Хоть так, да. Ага. А телепорт, кстати, вот этот мы открывали, да? Ну, не знаю. Может, поэтому мы сюда и вернулись? Так, ребятишки. Хоть бы подсказали что-нибудь, не знаю. Обычно нам ребята всегда подсказывали там, ну, иди сюда, иди туда. А здесь непонятно. Ну, наверх мы явно не залезем, да? Нет. Ага. Только не говорите, что нам не хватает какой-то способности, которую мы где-то пропустили. Да не, ну это, блин, плохо будет. Давай попробуем сюда перепрыгнуть. Я ж предлагала, ты не захотел. Да, я знаю. Я сейчас хочу. Так, ну может нам и правда вниз куда-то? Ну, вряд ли. Нет, давай пока прямо. Ладно, идем сюда. Теперь направо. Ага. Давай попробуем. Ухватиться Б? Что? А, это в смысле вниз, я понял. Ага. Так, ну мы куда-то идем, это уже хорошо. Гнилушки тебе показывают, видишь, они уже сверху сидят. Да, да, да. Отлично. А сзади ничего нет? Сука, ребята сидят, наслаждаются видом, пока мы тут прыгаем, понимаешь? Так, отлично. Нам явно сюда. Наверное, да. Да, сейчас, подожди. Иероглифы внизу. А, это развалившийся мост. Нет, ты куда, вниз? Да, да, нам а сюда. А зачем? Ну, как, ну, сюда. Ну, прям в лучших традициях Лары Крофт, ну. Что ж ты думала? Отлично, смотри, мост разрушенный, видел? Только без ледорубов.
Так, а куда дальше? Ага, наверх. Наверх. Окей. Еще наверх. И снова наверх. Смотри, какая гора ледяная, отлично. Да? Отлично. Ух ты. Красиво. Так. Ну, виды действительно. Шикарные, да. Ошеломляющие. Так, ну а куда теперь? Сюда, да, наверное? Да. Так. Там есть в пещерку, а есть направо. Пошли в пещерку. Конечно, в пещерку. Как же без пещерки-то? Пещерка наша, все. Так, что у нас тут? Ничего. Точно? Не можем залезть? О, можем. Можем. Блин, как бы там ничего не пропустить, слушай. Обратно возвращаться не хочется. Пошли обратно вернемся, посмотрим, что там. Ну, давай. Мне что-то кажется, пещерка что это главное можно... как раз. О, смотри, там дружбан какой-то. А, там, короче... Обойди. Не-не-не, там, короче, фишка, которую надо вернуть в город. Сейчас, подожди. А, это потерянный предмет. Да. Запомнил Ой. Же? Так, ну я так понимаю... Я бы не догадалась. Попробуем обойти. Да. И залезть туда. Пока у тебя все отлично получается. Да, красивая здесь локация, вообще шикарная. Все разные. Мне это безумно нравится. Ах, вот ты где. Почта духов. А? Я же говорил? Отлично. Класс. Супер. Теперь идем в пещеру. Ой. Саша, ты куда? Туда. Не получилось, не фартануло. Ой, ты. Это было жестоко. С твоей стороны. Нет, нормально. Здесь отлично сделаны чекпоинты сохранения. Вот что-что, а с этим проблем вообще кстати, нет. Ну, кстати, тоже странно. То есть, казалось бы, мы проходим точку перемещения, там, где голубые огоньки сохраняются. Ну, да. Я думала, мы будем только там и возвращаться. А оно сохраняется на... Да ну, представь, сколько тебе надо будет проходить для того, чтобы вот просто-напросто обратно вернуться сюда даже. Вот от ближайшей точки сохранения. Вот, конечно, ну, так гораздо приятнее. Вот ребята сделали, молодцы. Они... По-моему. Просто шикарно, да. То есть тебе, ну это по сути игра не для хардкорщиков. Ну, здесь все интересно. Ну, по крайней мере, пока. Да, здесь все максимально понятно. Они показывают вниз. Да, ну не всегда, конечно, понятно, куда идти, но в целом догадаться несложно. Ты смотри за мухоморчиками своими. Так, хорошо. Ну и куда мы пришли? Так, я так понимаю, нам вниз. Хорошо. Ага, вот, нам сюда. Опять? Мы, да. А вот видишь, мы были вот там. Да, а теперь мы сможем перепрыгнуть отсюда? Ну, конечно, да, я думаю, да. Супер. Вот. Видишь, как настоящие герои сюда идут в обход. Да? И никак иначе. И никак иначе, да. Вот как-то так. Ну вот и детвора. Как они сюда пробрались? Они же духи. Мост сломан. Может, гнилушки помогут? Интересно, как? Они гнилушки. Его поднимут. Подожди, а ну. Вот так. Воу. Ничего себе, гнилушки. Силачи. Беги. Побежали. А мы там ничего не пропустили? У тебя выбора нет. Как-то, ну... Да не, вроде все нормально, да? Ну, может там, конечно, мы там вот, да, надо было туда запрыгнуть, посмотреть, что там. Вот на ту платформу. А туда можно запрыгнуть. Как я понимаю. И что, обратно нам нельзя? Так, что у нас тут? Крохотный мешочек. Похоже, он принадлежал одному из детей. Дух показывает идти дальше. Да. Смотри, как мрачно все. Да, здесь вот эта вот та самая локация с кучей скверны, вот это вот. Да, здесь получается городок нужно остановить. Кстати, опять враги лазят по деревьям. Да? Здесь вот они, очень да. Очень сильные корчи. Очень сильные. Должно быть реликвия рядом. Можно найти другой путь. Угу. Так, ну, нам явно вот это здесь надо применить маску. Реликвия. Ну, говорит, что нужно найти другой путь. Лес стал слишком опасным, Таро.
Деревня — самое безопасное место. Ты еще успеешь вернуться туда до заката. Я приду, когда все здесь закончу. Видимо, ему не удалось. Так, точка сохранения. Да, точка перемещения есть, отлично. Здесь у нас ничего вроде как нет интересного. Так, ну, отравленные земли. Да, да, надо их очистить. Ага, вот здесь у нас центральное, видишь, сердце есть. Да. Так, ну и нам, собственно... Туда и показывают. Ну, подожди, вот здесь два пути. Можно еще сюда пойти. Да, пока мы не берем к Сверну, мы не то чтобы сильно тут можем гулять, я думаю, сильно. Я тебя понимаю. Сейчас, можно я соберу? А, она даже не светится. Она видишь? Не работает. Да, когда Скверна, она не светится. Хорошо, идем убирать Скверну. Ого, какой дядька. Ой, они еще и шустрые. Одно маленькое сердце уже можно уничтожить, и второе. Ага, пойдем. Давайте, ребятки. Бабах. Отлично. И второе тоже, да, можно уничтожить? Да. Пойдем. О, застрял что-то немножко. Она застряла в текстурках, да. Давай. Так, ага, применить я не могу. Видимо, не хватает... Я тебя понял. Дальше надо эту отвагу, то есть копишь, да? Малышам не хватает храбрости. Все, я понял. На тебе, друг. Отлично. Щитовичок? Сюда? Нет щитовичка. О, вот большой этот синенький сердце. Пацан, короче. Ух ты. Так, теперь надо применить гнилушек. И большое сердце. Ой, а враг большой. А, они меня сейчас будут бить. Быстро ты его. Все отлично. А мне помогли гнилушки в начале. Так, все, теперь можем применить гнилушек и сделать вот так. Бум. Бада-бум. И все исчезли. Ха-ха. Испепеленились. Здоровски. Отлично. Не работает. Ладно. У нас есть круг. Явно можем. А вот теперь нет. Ну, один камень засветился. Что там? Вот именно. Что там у нас? Гнилушка? Подожди, нет, это восстановить камень. Камень нужно. Надо их, короче говоря, переместить куда-то. Смотри, куда видишь, переместить? Там разбитое справа. Может, по осколкам сюда? Идти? Давай попробуем. Вот, в центр, да, вот это вот. Да, видишь, осколочки такие. Давайте, ребятки. Грузим, грузим. Майна Вира. Опустить. Отлично. И что? А теперь иди становись в центр круга. Ты думаешь, про канал, да? Да. Разворачивайся. Свети. Вау! Они как... Понял, передатчик, короче. Сработали. Этот камень сработал. Wi-Fi. Да, раздали Wi-Fi по окрестностям. Так, ну хорошо, идем дальше. Мы сзади ничего не пропускаем? Не знаю, Скверна не убралась везде, вот в чем фишка. Поэтому, ну не знаю, мы обратно смысла нет возвращаться, да, наверное, пока. Думаешь, что? Мы не можем пока оживить ее, да? Ну, здесь нечем убрать ее, вот в чем прикол. И цветочка нет. Блин, жаль, ладно, идем. Я надеюсь, мы сюда еще вернемся. Ну, я тоже надеюсь, конечно. Мы уже практически вот... Ну, подошли нашли к заданной дедулю. Цели, да. Идем в пещеру. Может, дедуля тут прячется? И подскажешь, как это чистить? О, ролик. Нет. Нет, не ролик? Вообще нет. Светяшки. Так, вниз лучше не падать, я так понимаю. Поныгай. Там ныгны бока, да? Ага. Так, сейчас. Свети. Фанфарик. Ага, да, отлично. Нам хотя бы показано, куда идти, а то темно. Темно. Темнота
друг молодежи, не переживай. Направо. Угу, угу. Ну хорошо, потихи. Но там опять скверно. Ну ничего страшного. Ну как так? Как ничего страшного? Фу-фу-фу. О, вот этот опять большой дерево. О, это какой-то серьезный груд. Каппа. Каппа. Ага, интересно. Воу-воу-воу, не кидайся в меня. Он где чем-то кидается, ты видела? Так, техника связывания не работает, потому что у нас не ушек нет. Не хватает храбрости. О, куда он делся? Ах ты негодяй. Он в эти лужи ныряет. Там лужи есть. Так, когда он появится, надо его связать, короче. Вот. Отлично, давай. Мощная, мощная. Так, отлично. Ах ты ж, зараза, отбросил меня, ты видел? Он вынырнет в другой луже. Я понял, сейчас. Так, давай сделаем КПшечку себе. Отлично, где он? Был прямо, сейчас не знаю. Сейчас за тебя, наверное, появится. А вон он наверху. Ого, ой. Ого, ого, раскидал. Ты глянь. Ах ты пакость. Редиска какой. Раскидывают всякие бомбочки. Да спускайся уже. Трус. Отлично. Тут исчез, ну ты глянь. Ах ты зараза такая. Вот враг. Нам нужно храбрости набраться. Ничего, мы сейчас мы победим, не переживай. А храбрость у нас есть, теперь надо его связать. Связывай, пока он не убежал. Есть. Бей, паршивца. На. Отлично, супер. Мы молодцы. Шикардос. Так, теперь применяем нелушек. И уничтожаем. Отлично. За слона. Вау, круто. Это было мощно. Да, да. Так, где же дедуля? Так, стоп, подожди, давай возьмем. Вот у нас где-то, я видел только что, бочечку. Отлично. Так, дедуля где? Сейчас будем искать. Давай сюда. О, это лифт. Да. Помнишь, ты говорил про механизмы? Так, ну, в целом, я думаю, мы сегодня отлично поиграли. Прошли такую нехилую локацию. Тебе понравилось? Это было здорово. Просто да, действительно, супер. Очень круто, красиво. Блин, шикарная игра. Давайте на сегодня закруглимся. Ребят, ну, с вами был Ежаня и Лиса. Вот. Вам хорошего настроения. Классных вам игр. И всем спасибо. Всем пока. Пока.